Масаильхир Асхаби, Адерс Сабаташар. Сегодня изучим глаголы с двухкорневой буквой. Приходить, еги, уставать, етаб, поставить, ехот, толкать, язык, чувствовать, ехес, давать, еди. Что мы здесь видим, друзья? Когда начнем спрягать этот глагол, мы, естественно, убираем букву И. Убираем. И видим, что остается везде по две буквочки. С двумя буквами, глагол не спрягается. Поэтому мы должны запомнить, что для спряжения глагола с двумя буквами в конце корня, потому что это есть корень, в завершенном прошедшем времени добавляется еще буква И, и получаем корень из трех букв. Например, глагол еди. Смотрите, еди. Е убираем, понятно. Е, И, как хотите. Да. Остается Ди. Ди не спрягаем. В конце добавляем букву И. И получается, что у нас Ди, И. Ди, И. Значит, мы спрягаем глагол Ди, И. Смотрим, как это. Я по-арабски пока не написала. Тут не хватает места, времени. Вот берем глагол ди-и. Я дал. Она диит. Ты дал, мужчина. Энто диит. Одинаково. Ты дала, женщина. Энто диити. Потому что энти. Вы дали множественное число. Энту дииту. Раз видите, энту у. Изи дииту. Вот это не забывайте. И все. Все связывайте с местоимениями личными. Дальше мы дали эхна, диина. Видите, эхна, не, диина. Он дал хова, дай. Она дала хея, даит. Видите, здесь то нет, а здесь е. И они дали хоум, даю. Что здесь нужно еще запомнить? Вот он и она, если в глаголе из, теперь уже из трех букв в серединке есть вот этот вау или и, то они меняются на алиф. Значит, это вон и они. Вот это запомните. Поэтому здесь что получается? Он дал хова даи. Видите, везде ди-и, даи. Она тоже даи, но в конце Т. А здесь Т нету. Мало того, что А пишется, еще и Т нету. В она А пишется, а Т есть. И они, вот смотрите, даю, даю, А. Значит, А меняется. Чокран.